В необычной ситуации с соблюдением всех необходимых правил безопасности мы с коллегой продолжаем свою работу. 20 минут о красивой жизни на 31-м. Это Beauty Time. Всем здравствуйте. В последнее время в индустрии красоты появилось много специфических профессий. И одна из таковых – профессия подолога. Это специалист, который выполняет медицинский педикюр. В чем суть этой процедуры и кому она может быть показана, смотрите прямо сейчас. По статистике, более 80% посетительниц педикюрного кабинета имеют поверхностные представления о работе специалиста-подолога. О нем обычно знают те, кто сталкивался с проблемами неправильно сделанного педикюра, после которого ногти растут не так и не туда. Тут-то и приходит на помощь специалист узкого профиля, который занимается лечением патологии ногтей на ногах и стоп. Мастер маникюра-педикюра, он может увидеть, что что-то в ногтевой пластине не так, и обязательно, конечно, отправить к мастеру-патологу, чтобы просмотреть существующую проблему гораздо глубже. Но есть, к сожалению, такое, что специализации мастерам не хватает, повышенные квалификации, то есть они забывают про это. Женщины же у нас как? Все это накапливается, потом они приходят, естественно, уже в кабинет подологии обращаются уже с рецидивами. Еще 10 лет назад об этой профессии мало кто слышал, а найти грамотного эксперта было сложно. Вросшие ногти чаще всего просто удаляли хирургическим путем, а натоптыши и мозоли спиливали самостоятельно дома, приводя к еще большим проблемам. Обыватели так поступают, то есть видят, что ногтевая пластина у нас вроде как лежит, как нам кажется, правильно на переднем валике. Но и также мы не знаем чаще всего, как подстригать. Подстригли, как нравится. Но есть виды ногтей определенные. Для этого и существует подология, чтобы вы не только пришли и поухаживали за своими ноготочками, например, узнали у врача-подолога, мастера-подолога, в кабинете подологии, все, что с этим связано, как подстригать правильно. Потому что мастер уже высокой квалификации вам правильно расскажет, как подстричь, какой уход выбрать, что сделать, сколько раз в месяц приходить, один раз в месяц, один раз в полгода. Это все индивидуально. Специалисты утверждают, что консультация подолога не будет лишней и взрослым, и детям. А пожилым людям рекомендуется посещать подолога регулярно, ведь риски болезней ногтей и кожи стоп с возрастом увеличиваются, и лучше выявить возможные проблемы на ранних стадиях. Мой первый совет, и мне кажется, единственный. Вы ходите изначально в салон, вы ухаживаете за своими бровками, ресничками, волосиками, ноготочками. Но на ножки нужно обратить особое внимание, так как все точки у нас, это вообще полностью говорит о нашем общем здоровье. И если мы не будем ухаживать, допустим, за кожей тот же самый, на ступнях, естественно, будут рецидивы. Ну что это такое рецидивы? Это когда мозолька обычная превращается в более устаревшую мозоль, стекловидная форма, которую уже сложно обработать. Тут же и появляются уже стержневые мозоли. И тут много-много вытекающих из этого последствий. Поэтому я рекомендую просто посещать кабинет подологии хотя бы раз в месяц, сходить на осмотр. Я думаю, это не трудоемко. Выделить хотя бы час, 30 минут времени на простую даже консультацию. Было бы неправильно свои представления о педикюре сводить исключительно к эстетике и гигиене. Медицинский педикюр – ответственная, почти ювелирная процедура. И такие специалисты сегодня очень востребованы. Вы смотрите Beauty Time – программу о внимании к деталям. Продолжаем выпуск. Роль пуговиц в создании модной одежды нельзя недооценивать. Хорошая фурнитура делает ее одежду стильной и дорогой. В зависимости от дизайна может кардинально менять характер и настроение. Добавить образу исторического флера помогают пуговицы с геральдической символикой. Каждая пуговица – это как произведение искусства. Каждая вот из этих пуговиц, она имеет свой характер
и ее можно долго разглядывать. У каждой свой сюжет интересный. Например, здесь есть пуговицы в стиле милитари, с гербами, с мальтийскими крестами, со львами. Целый ряд пуговиц разных цветов, с чертополохом. Чертополох, он вообще является оберегом. Эти пуговицы могут использоваться в унифицированных моделях, такие как пиджаки, жакеты, юбки. При помощи этих пуговиц мы можем придать индивидуальность и характер любому изделию. Такие пуговицы встречаются в коллекциях от кутюр. Да и сил на их производство уходит не меньше, чем на создание уникальной дизайнерской одежды. Каждая модель пуговицы производится в ограниченном количестве. Здесь нет вот такого массового производства. Каждая партия ограниченного выпуска. Повторить такую модель мы уже не сможем. Многоступенчатое производство проходит много стадий обработки. Специально производят под каждую ткань, под каждый принт, производят именно свою фурнитуру, чтобы это все друг с другом сочеталось и не противоречило друг другу. А еще изготовление этой уникальной фурнитуры связано с таким понятием, как экологическая ответственность. Производство организовано без вреда окружающей среде. Человек пройдет мимо, его никто и не заметит, собственно говоря. С такими пуговицами пройти незаметно невозможно. Школа маникюра и педикюра «Лаки». Учим грамотно и с душой. Лучших выпускников трудоустраиваем. Онлайн-запись учеников и моделей на сайте luckyschool.ru. Для первых в труде и первых в игре. Для первых свиданий и первых признаний. Для первых по кудряшкам и первых по волнам. Для первых на поворотах и первых на виражах. Макфа. Первые для первых. Центр косметологии «Мэрилин». В нынешних условиях мы работаем с соблюдением всех мер предосторожности. Для вас мы рады представить по демократичным ценам лазерную и электроэпиляцию, аппаратное и инъекционное омоложение, удаление шрамов и тату, выполнение и коррекцию татуажа. Звоните 8-908-094-7005. Центр косметологии «Мэрилин». Ждем вас на улице Свободы, 32. Прейскурант на сайте вселенка.ру. Салоны красоты с медицинской лицензией после вынужденного перерыва возобновили свою работу. А это значит, что самое время заняться подготовкой к лету. В нашем новом проекте о бьюти-инновациях рассказывают не специалисты, а бьюти-блогеры, которые эти процедуры посещают. Я Елена Бронникова, и я являюсь бьюти-экспертом. Все свое детство и юность я провела в салонах красоты, потому что это наш семейный бизнес. Сегодня я расскажу вам про диодный лазер для удаления нежелательных волос. Первый этап зоны воздействия обрабатывается антисептиком, после этого наносится гель. Это не больно. Первое. В силу того, что я чувствительный человек, я не могу терпеть электроэпиляцию. Для меня гораздо комфортнее потратить полчаса своего времени на процедуру лазерной эпиляции, и при этом за полчаса обработается вся поверхность, которая мне нужна. Электро – это совсем другой вариант. При лазере вы удаляете волосы до 5 лет, при электро вы удаляете их на всю жизнь. Вот кому что подходит, исходя из их возможностей, исходя из их чувствительности и так далее. На отдельные участки я предпочитаю электро, на отдельные участки я предпочитаю лазер. При лазерной процедуре можно удалить практически все тело за одну процедуру. Более того, нет проблем с вросшими волосами, также отсутствуют раны на коже. И эта процедура комфортна для людей с повышенной чувствительностью. В среднем это 3 недели разбег между процедурами. Подготовки особой нет. Это все достаточно комфортная процедура абсолютно для всех. Делали процедуру, 2 недели на солнышко не выходить, в бане не ходить. Ну, это стандартно, ничего сложного там нет.
На этом все. Меня зовут Елена Бронникова. Естественность – это хорошо, но я за ухоженность. В середине марта в Челябинске состоялся региональный тур проекта «Большая сцена». Это конкурс артистов-любителей, где и дети, и взрослые выходят на сцену и представляют свои таланты. О том, как это все проходило, рассказывают непосредственные участники процесса. Проект «Главная сцена» – это всероссийский многожанровый конкурс талантов, который проходит в разных регионах нашей страны. Организаторы челябинского тура отсмотрели более 100 номеров. Конкурс «Главная сцена» – это конкурс для всех желающих от 3 до 50 лет. Участники – это Челябинск и Челябинская область. Но на самом деле здесь у нас есть гости даже из Свердловской области, из соседних областей, которые мы тоже, конечно, рады здесь у нас видеть. Сам конкурс необычен тем, что у нас открытая система судейства, то есть после каждого номера все жюри поднимают средний балл по всем трем критериям. И также мы сделали дополнительные кубки за лучшую группу поддержки, чтобы родители, бабушки, дедушки как можно ярче поддерживали своих детишек. Совершенно новые номера, которые мы вот буквально недавно получили и вывели на сцену. Очень нравится хип-хоп, вок и все, ну, всякие движения, которые дерзкие. На самом деле в этом коллективе танцует мой ребенок, и наш педагог организовала группу мам, которые танцуют непрофессионально. То есть мы впервые, у нас дебют, и мы очень сильно волнуемся, очень сильно переживаем, но надеемся хорошо выступить. Суть состояла в том, что мы ждем чего-то глобального, и по ходу номера к нам добавлялись новые люди, которые тоже это ждали, и в самом конце мы все-таки достигли своей цели и дождались. Для нас это уже второй такой конкурс. Жюри нам поставило, с оценками первой. Жюри нам поставило 6-8-8. Но я считаю, что для нас приемлемые оценки, да. Сегодня от меня выступало два ребенка, два моих ученика. Один из облаков как раз. Ее зовут Беспалова Милана. Она выступала по номерам 14. Она пела песню Кати Рябовой. Она звучала на Евровидении в 2009 году «Маленький принц». И пел Нарай Хачатриан. Ему 16 лет. Он выступал по номерам 36. Он пел песню Грувера Вашингтона «Just the two of us». Хореография и вокал, оригинальный жанр и инструментальное исполнение. На протяжении 13 часов жюри с помощью открытой системы судейства выбирает тех, кто же получит главный приз. На самом деле это в первую очередь мощнейший толчок в развитии. Это не обязательно победа, даже просто участие, когда коллективы, солисты делятся опытом, смотрят друг на друга, они учатся чему-то друг у друга, и это очень важно, не засиживаться, а показывать свои результаты. Очень хотим победить, но и выступить, конечно, хорошо. Достаточно высокие, но ниже семерок не было. Мы очень старательно репетировали, мы старались, очень сильно готовились и очень сильно ждали. Надеемся на победу. Мы могли лучше, но что-то пошло не так. В какой-то момент там были ошибки, но мы будем это учитывать и выбирать. 3 десятки. Да. Рада.
качестве подарков лучшим артистам организаторы главной сцены вместе с партнерами подготовили сертификаты на запись песен, изготовление сценических костюмов, а также создание портфолио. Ну а победители получают внесение половины организационного взноса на финал чемпионов, который состоится летом в Абхазии. Телемедицина в Челябинске. Эту инновацию в числе первых у нас внедрили в клинике «Источник». Теперь пациенты имеют возможность получать консультации врачей разных специальностей дистанционно. Телемедицинская консультация будет эффективна в том случае, если пациент уже был у врача и теперь обращается с целью интерпретации анализов, назначенных в динамике, или уточнения диагноза, или коррекции назначенного лечения. На сайте клиники «Источник» и на ее страницах в соцсетях есть видеоролик с пошаговой инструкцией, как зарегистрироваться и записаться на прием. Нужно зайти на сайт клиники «Источник», найти вход в личный кабинет, авторизироваться через портал госуслуг и, оказавшись в личном кабинете, выбрать нужного вам специалиста, дату, время консультации и оплатить услугу. На этом процедура оформления телемедицинской консультации закончена. Первичному пациенту на онлайн-приеме специалист дистанционно сможет составить план обследования и дать рекомендацию, к врачу какой специальности лучше записаться на прием. Пациенту, который ранее не был у врача, к которому обращается на онлайн-консультацию, нужно понимать, что в рамках такой консультации невозможно выставить диагноз, назначить лечение, и дистанционно врач может порекомендовать специалиста, к которому необходимо обратиться, скорректировать или назначить план обследования, или провести беседу о профилактических мероприятиях при том или другом заболевании. Расписание телемедицинских консультаций открыто у врачей разных специализаций, в том числе и узких – эндокринолога, ревматолога, невролога, кардиолога, гастроэнтеролога, гинеколога и других. Это особенно важно для людей, имеющих хронические заболевания. Ты яркая девушка размера плюс сайз. Любишь свое тело и давно мечтала стать моделью? Тогда прими участие в конкурсе красоты «Леди Мармелад». И выиграй 100 тысяч рублей. Подробности в группах «Конкурс Леди Мармелад». Приглашаем партнеров. Мы, как всегда, на связи с вами через наши страницы в соцсетях. Сюжеты смотрите на нашем YouTube-канале и на сайте. Ну и берегите себя. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом Я».